с вами грустно, нам бы танцы. Чё с вами грустно, нам бы танцы. Чё с вами грустно, нам бы танцы. Чуть не отхватило дагестанцы. Эта история основана на реальных событиях и не является выдуманной. Прекрасным погожим дождливым деньком я вышел на улицу, да, трепачка. Ведь рэп для нас другом, фели читай, филиалы читай, нас не перечитайте. Вот и читай, никому не мешай, подходят нам два дагестанца. А пришли не одни, а с двумя корешами, и понял, будут сейчас санкции. Я записываю песни на кастинге, весь такой классники, масики. Херачу, как пчелы на пасеке, но не берут, сука, Стасика, мразики. Не берут, сука, Стасика, мразики. Мага такой, слушай, силу-то в плоце, к нам не надо прикасаться. Твой рэп это просто опасаться, тебе нас надо опасаться. Ведь все твои эти темы, как головой об стену. Ты замерз на нервах, это твои проблемы. Эй, слышишь, тощи, надо делать жестче. Можно и попроще. И тут я понял, это заява на Back to Beat. Каждый рэпер будет словом убит. Это мой Ходьковский гамбит. Это Нейф Егор, а не Егор Крид. О, да я понаехал. О, нет, я поехал. Ты же транс, просто нехуй твой рэп а-ля Эдита Пьеха. Я как шапка фараона, ты как шапка Мономаха. Пусть холостяк, ты всегда с патроном, ты чеканул в бездну. Раз Амаха твой рэп, РЕН-ТВ, фанаты твои ЛГБТ. Мой смоки, мой карате. Будет легендой, как Джонни Бой кафе, сука. Понял? Джонни Бой. Чё с вами грустно, нам бы танцы. Чё с вами грустно, нам бы танцы. Йоу, чё с вами грустно, нам бы танцы. 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 Чуть не охватило дагестанцы.